Сорт VR4. Среднепоздний, итальянский. Посмотрите, какая ягода. Это сорт гигант. Вот эта ягодка, она не самая крупная. Из тех, что я нашла, весит 56,4 грамма. Сорт действительно гигантский. Сейчас попробуем. Думаю, он будет вкусный. Особенно это первая огромная ягодка. Вот так посадите 20 кустов. В первый год у вас будет 20 таких ягодок, потому что каждый рожок дает один цветонос, и на нем обязательно будет одна большая крупная, самая вкусная ягода. А на следующий год их будет в два раза больше. Каждый год рожки удваиваются. Кормить его, хорошо поить, как всех гигантов. Вот Буся к нам идет. Здравствуйте, Буся. Так, Буся пошла дальше. Ей неинтересно. Она клубничкой не питается. На следующий год у вас будет еще в два раза больше. Естественно, все крупноплодные сорта требуют усиленного ухода, усиленного питания. Иначе ничего не будет. Будет обычная клубничка. Вот-вот получилось положить одну на вторую и на третью. 164 грамма, VR4.